Ребятушки, всем привет. Сегодня буду готовить лосятину. Смотрите, ребята, у меня Дениска, спасибо огромное за лосятину. Немножко говядину взял в горшочках, ребят, буду горшочки уже помыл, все приготовил. Так, для этого мне понадобится лосятина, говядина, помидорчики, морковка, перчик, лук, шампиньоны, ребят, не знаю, какие-то королевские написано, не знаю, что за королевские, попробуем. Картошка, ребят, сейчас все помою, почищу и включусь. Еще для тех, кто будет писать там, типа, нахер ты на этот канал заливаешь готовку, ребят, хотите, чтобы я не заливал сюда? Вот ссылочка где-то здесь, вот, и здесь админушка его куда вставит, ребят, туда переходите на канал, подписывайтесь, 10 тысяч подписчиков, туда подпишитесь на этот канал. И будем только туда чисто заливать отдых, а здесь будут бомжи. Так что, ну все, сейчас. Ребят, ну что, все почистил? Вот, у нас получается говядина, лосятина, помидорки. Воду поставил, ребят, для помидорок. Видно, все видно. Две бочки, масло все почистил. Порезал, ребят, мяса будет много. Ну ничего страшного, ставьте лайки. Кто любит больше мяса, чем всякую зелень. Все, ребят, сейчас буду резать. Резать. Буду резать, буду бить. Так. Девочки, ножик свой любимый, блядь. Один? Один. Нет, ну что, первое дело, мясо порежем. Так. Кубиками, ребят, все режем кубиками. Видите, мужик, какой острый. Ребят. Вот лосик такой темный. А, смотри-ка. Говядина красная. Такой темный. Ребят, все кубиками нарезаем. Ребят, еще раз говорю, никого не учу. Не пишите там, то неправильно сделано. Я показываю вам просто, как я готовлю. И все. Ребят. Особенности этого блюда, ребят, будет просто соль. Специи будут по минимуму, только перец красный. Потому что, чтобы вкусить этот запах, вкус лосятины. Ребят. Так что специи добавлять буду, вообще не буду добавлять, кроме соли. Опачки. Не забывайте, ребятушки, лайки ставить. Ах, какая. Ох. Носик. Не помню, ребят, вроде ел. Не помню, готовил, не готовил для себя. Вроде готовил. А вроде не готовил. Посмотрим, что получится. Ну, это ничего, мяса не бывает. Так у нас тут. Живот водичка закипела, хопчик. Помидорчики бросаем, ребят, чтобы не было, чтобы потом не какать шкуркой. Вообще. Все. Жаль, больше без мяса. Ну, жилистые, жилистые, ребят, такой, ребят, лосик, видать. Бегал лосяра по девкам-то. Это помидорочки. Они у нас уже как бы готовы, ребят, и для тех, кто там в танке, мало ли скажет, варю, ребят, нет, не варю их, я их просто хочу, чтобы шкурка так вот раз, чпок, чпок, и снять, то, я думаю, найдутся же там, да, они скажут, нахера ты варишь, так что, ребят, не варю их, чтобы шкурку снять, ребят, все мясо порезал, сейчас порезал за лучок. Лучок, ребят, как бы тоже кубиками. Видите, ребят, кто не знает, вот видите, до конца не дорезаете лук, чтобы ее держать было удобно. Не держать, чтобы она не развалилась. Резать будет немного интереснее. Такие, ребят, не сильно маленькими, нормальными такими кубиками. Лук порезал. Берем. Будем сейчас перчик резать. Перчик, ребят, так, полосками. Копчу
Что может топиться, а только пластмассовую эту? Ребята, пишите в комментариях. Пластмассовую доску или то ли чё, фиг его поймёшь. Я попробую ещё его немножко. Можешь его точить уже надо. Это просто не сапом. Перчик порезал. Сейчас морковку. Ребят, блин, ну что-нибудь. Есть какой-нибудь там это, терка, какую-нибудь ссылочку скиньте, пожалуйста, сразу кубиками, чтобы на плов ее, блин. И тут резать ее постоянно такая это, тягомотина, это морковка. Как на плов, там на бушок казан. Ссылочку бросьте, пожалуйста. Вообще, может, какие-нибудь терочки есть, реально. Интересно, а купить будет. После отдыха приехать. Ну, я уже на отдыхе, ребят, буду, когда это видео будет. Может, еще не буду. Не буду. Вместе раньше закусить. Морковка готова. Сейчас положим на тарелку. Капец. Так, начинаем резать картошку. Одну картошку так же, как морковку. Кубиками. Сами говно обрезаем тут картошкой. Царский. Не знаю, чем он. Царский, не царский. Ну, их тоже не кубиками, а такими пластичками. Может быть, поменьше, чтобы более большие. Ну, ребят, вот такими полосочками. Что, думал, сначала немножко всего взял, думал, немножко-немножко, получилось только дофига. Не знаю, влезет, не влезет, это все. Запихаем, я думаю, в горшочки. Ребят, ну все, грибочки порезал. Приступаем к помидоркам. Так. Срезаем пакости ненужные, которые. Так. Ребят, ну все порезал. Сейчас вот еще масло. Ребят, топленое домашнее масло. Потому что все равно, как ни крути, говядина сосятина, она суховатая. Так что по кусочку масла все равно-то добавим. Ну что, начинаем, ребят, упаковывать горшочки. Ребят. Опчик. Сначала что у нас идет, ребят? Идет сначала картошечки. Понемножечку картошечки. Так. Морковочка. Забываю тут все. Морковочка даже немножечко. Потом идет наш лучок. Лучок. Потом, ребят, солян. Так, солян. Потом идет у нас, ребят, может грибочки, кто как любит. Может грибочки, класть их сверху, может это. Я, ребят, их посередине. Между прослойкой будет у нас перчик, ребят. Немножко перчика. Сейчас, ребята, будем мяско. Мяско. Я прямо хорошо упаковываю, потому что оно все равно потом все вот быстренько притомится, пригорячится. И будет его. Маленько. Так. Берем солям. Ребят, соли много не ложьте, лучше потом подсолить, чем пересолить. Не сложно угадать. Так. Сейчас помидорки, ребят. Помидорочки, ребят, кусочек масла. Ребят, мы так же каждый горшочек приготовим, и потом я включусь. Потом самое в конце будет самое интересное. Ребят, ну все, горшочки все готовы. Ну, я показывать не буду так уж. Ребят, духовку поставил на 200 градусов. Ребят, берем тесто. Тесто дрожжевое. И мы сейчас вместе с кошечкой, ребят, делать такую лепешечки. Да, ребят, без руки решил сэкономить.
муку не стал мучить. Все, ребят, делаем как бы такие... Понимаете, да? Так, видно, ребят. Такую крышечку делаем. Хорошо залепляем, ребят. Потом тесто можно будет съесть. Вот такую красоту. Все, ребят, так каждый горшочек делаем. И включимся. Ребята, все. Вот такие получились 6 горшочков. Все, ребят, духовка на 200. Сейчас нагреется, ребята, сигнал прозвучит. Поставлю на 1:20. Все, будем доставать. Сейчас, ребят, включимся. Духовка прогреется. Ребята, все, плитка нагрелась. Вот духовка. Ух, какой дым на нее валит. Так, ребят, ее не помыть, забыл помыть, ее красоты. Ну, ничего страшного. Давай, Павел Васильевич, ребят, убираем горшочки. Сейчас попробуем, ребят, неправильно немножко сюда. Просто на 200, ребят, поставил. С обоих сторон. Как-то, ребят, блядь, духовка. Будете не умею, все, подвиночку не оформится. Сам здесь что-то не так. Все, ребят, 1:20. Включимся, ребят. Не переключайтесь. Ребятушки, ну что, ребят, не 1:10, а получается прошло, ой, сколько, чуть побольше, 1.5 часа, ребят. Опа. Достаем вот такой, ах, красота, смотрите. Так, ребятушки, что у меня такое, так сказать, там не сильно, ну, я думал, там внутри горшочки все шикарно. Ребятушка, водочка. Так, минуточку, у меня, ребятушки, сорян, не подготовился немножко. О! Так, а какая хлеб уже висит. Так, сейчас. О! О, смотрите, так, отдельная тарелочка, ребят, для хлеба обязательно. Сейчас. Ребят, водочку драгоценную пролил. Так, ладно, ничего страшного. Сейчас перемешаем. Смотрите, как красота. Вот такой бывает, ребята, во время съемок. Видите, ничего не редактируем. Как снимаем, так снимаем. Так оно и есть. Давайте перемешаем. Хлебушек. Так что, ребята, вот так вот готовьте. Хотите так вот, точки по-другому, но тем не менее, ребят, всех приятного аппетита. Так вот, берете хлебушек, макаете. Ой, выбиваете, занюхаете. Ой, какая вкусня. Горячо? Ну ничего. Блядь, видео понравилось. Пальцы вверху. Не хотите, чтобы выходило оно на этом канале, еще раз говорю, ссылочка будет, админчик вам поставит, подписывайтесь на тот канал, и будет все хорошо. Да, это аппетита. Пока-пока.